Всем привет! Продолжаем играть в Mount & Blade TLD. Сегодня мы с вами попробуем еще какую-нибудь глупость совершить. Я пока не решил еще какую, конечно. Мне интересно, если я нападу на вот этого вот, вот эти к нему пойдут или нет. И сколько у него... И у него два Олокхая. Не с моими силами, конечно. Давайте сделаем по-другому. Встанем пока, отдохнем. Они вышли и напали. Блин, все это плохо. Давайте сохранимся. Во-первых, во-вторых, улучшим. В-третьих, все-таки попытаемся, наверное, помочь. Да что с тобой такое? Да, вот так. 101 против 153. Извините, что-то у меня было не так, я не мог выбрать нормально. Сейчас попробуем. Если все будет удачно, то мы избавимся от 150 воинов. Плюс караван сохранится. Не уверен, конечно, что он будет все еще цел. А, вот и один из Олокхаев, Морголов хотел сказать. Лезем, возьмем меч. Олокхая еще не убили, да? Нет, еще не убили. Хорошо. Олокхай еще жив, это плохо. Хорошо. Так, Олокхая убили. Это очень хорошо. Сейчас. Ай. Где это там лучник такой? Прямоглазый. Хорошо. Добиваем. Неплохо поучаствовали. Я 10 убил. Очень неплохо. Был момент, конечно, когда я попал, грубо говоря, в засаду. Это момент плохой был, но... Мои выручили меня, честно говоря. Так, а где моя лошадь? Вон какая-то стоит. Я не знаю, успею я к ней добежать или нет. Или, как обычно, лошадь начнет убегать. Так. Да, она бегает. Я не знаю, где моя пропала. Наверное, убежала тоже. Такое иногда случается. Хорошо. Это, конечно, уже не очень стильная. Не очень живая, точнее. А, все. Да, да, давайте. 86. Пехотинцы, отойдите. Восемьдесят шесть. У нас 93. Мы потеряли тоже 8.
было 101, насколько помню. Ну, я так понимаю, это оглушенных большая часть. Не это я хотел сделать. Ну да ладно. Животное это остановить еще тоже не помешало бы. Ну да ладно, с этим они сами справятся уже, с животными и со всем остальным. Слазим, берем меч. Да свои же ж подставляют, зараза. Так, ну куда ты? Иди сюда. Давай пообщаемся. Видишь, какой общительный. Коммуникабельный. Иди сюда. Так, хорошо. Ну, в этой битве уже пятерых только, но... Хорошо. С этой стороны закончили, остались только варги, их сейчас поубивают, и все будет в порядке. Шикарно. 23 осталось. Ну, тут будет еще один Окхай. Или где он? Я его не вижу почему-то. Есть. Одного убили. Но я не вижу Алакая. Либо его уже не было. И его убили раньше. Что, честно говоря, я как-то мало верю. Либо у него был изначально один Алакхай. Нет, скорее всего... Серьезно. Ну, боже, что за... отвратительные. Фух, сдам тебе в ближайшей деревне, будешь навоз месить. Шел вон от меня. Просто сам не дает мне свернуть и сам не сворачивает, блин. И бесят. Все, это последний. Плохо. Серьезную рану это плохо. Ну что ж теперь. Хорошо. С этим, в принципе, мы разобрались. У нас 7. Кто у нас тут? Орки, орки, орки. Да ну серьезно. Это же даже не смешно. Вот так. Ну то присоединились еще 300 воинов. Ну куда, ребята? 300 это много. Тем более там Алакая в 3, если не больше было. Мне как-то не это... Не хочется встречаться с таким количеством Алакаев. Просто затопчат и все. Один Алакхай это все-таки серьезные силы. А их там и больше было.
Так, ну давайте, давайте, давайте. Шевелите копытами. Я понимаю, неудобное место, но что ж сделаешь? А, убили одного застрельщика. Пора слезать с лошади, потому что на лошади тут неудобно, тут горы. Где там кто еще? Прибыли новые враги. Где они прибыли? Куда они прибыли? А, вон они. А, вон, 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 вон. Ой, ты, какое стадо их набежало. Но я одного потерял против. Вырвался он далеко. Или этого лучники убили, неизвестно. Но потом что потерял. Все. С этим разобрались. Сейчас еще одна битва, и этот отряд мы уничтожим. Плюс у них есть 4 пленных, которые мы заберем. Я не знаю, правда, кто у них пленный, я не посмотрел. Сделал глупость. Ну ладно. Это уже такое. Нам в любом случае нужны воины. У нас сейчас очень много раненых, и плюс потери достаточно большие. Ну, сейчас разберемся быстро. Тут остались нога и лучники, пара лучников, да и все. Никого сверхъестественного тут не было, поэтому особо и страдать не будем. Так. Я кого-то убить умудрился. Не знаю, кого я ткнул случайно вообще, но умудрился кого-то убить. Хорошо. О, стрелок Гондора. 3 человека. Шикарно. И гондорский стражник. Тоже шикарно. Почему шикарно? Потому что благодаря им мы увеличиваем сейчас количество лучников. У нас их мало. Копейщик. Брего. Готово. Давайте сохранимся. И посмотрим, что у нас тут осталось. 240 и 71. Шикарно. Шикарно. Немножко. Еще 140 пришло. Ну-ка, кто у нас там? Олакхай один. Давайте-ка мы присоединимся. Ну, уравняем немножко шансы с этими Олакхаями и всем остальным. Олакхай это, конечно, плохо, но он один. Вон он возвышается над остальными. Есть шансы, что мы его сейчас быстро убьем. Я пока поеду в общую толпу вот эту. Хорошо. С этим разобрались. Олакхая, я так понял, уже убили. Хорошо. Надо бы, наверное, подкачать силу удара. То мы слабенько бьем. Хорошо. Все. Это было не так уж тяжело. 65 осталось ихних. Давайте. Алакхая у них больше нет. Это был единственный. Плюс у них было 10 пленных, что очень важно.
Мы заберем этих пленных. Пленных мы пустим себе на улучшение отряда. У нас он сейчас слабоват. Поэтому это очень хорошо. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. А, тут остались, грубо говоря, одни орки-лучники, да, и все. Бить-то особо и некого. Но все еще есть потери, конечно. В основном это застрельщики, которые более слабые в ближнем бою. Серьезно, как он отошел? Я ж его ударил, блин. Он во время удара прям отошел, ему повезло. Все. С этим вроде разобрались. Еще шестеро, ну... Тут, сами понимаете, я не буду уже пехотинец. Ладно, давайте заберем. Все равно нам в любом случае нужны люди. Лучше сейчас мы ничего не найдем. Очень хорошо. Мы и прокачались достаточно сильно. Держава Гондор стала сильнее, теперь она слаба. Шикарно. Так, сборные. Хорошо. Сохраняемся. Не забывайте сохраняться, потому что часто забываешь сохраняться, и все. А, Олокхай. Три Олокхая, блин. Вот это тварь, а. Я не хочу на них лезть, потому что, ну, Олокхай, вы сами понимаете, а тут. Тем более их три. Фу-фу-фу. Не хочется терять. Только-только начавший восстанавливаться отряд. Ой-ой-ой. Кто-то там напал на наших. Давайте-ка поможем. А вот и два пленных, которых нам не хватало для выполнения задания. Шикарно. Ой, там армия идет. Какая прелесть. Вы это видите? И там еще одна. Умбары, харады. Еще... Ой, твою мать. И ползут, их куча прям. Надо, наверное, по чуть-чуть отсюда валить, потому что они сейчас двинутся в нашу сторону. Мы просто ничего не сможем сделать против такого количества народу. Давайте это будем делать уже после битвы. Думать, куда нам двигаться и что делать. Чем мне нравится драться против вот этих вот ребят харадов и остальных? У них лошади, а не варги. Лошадей ловить не нужно. О, еще один, давай. Так, а теперь посмотрим. Они двигаться сейчас будут за нами. Там Ривенделл осаждают. Харады, умбары. Так. Давайте продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.